Подготовку к новогодним праздникам обсудили на высшем уровне. Главе государства Александру Лукашенко доложено о готовности к празднованию Нового года в столице и регионах. Обсуждался и ход благотворительной акции «Наши дети». По всей стране проходят детские утренники, представления, театрализованные показы. Особое внимание детям, которые нуждаются в поддержке. Отдельно на совещании была затронута тема безопасности. Напомним, ранее Александр Лукашенко поручил госорганам обратить особое внимание на обеспечение спокойствия граждан во время новогодних и рождественских праздников. В экономику Минска в следующем году планируется привлечь 840 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе. 200 из них придутся на банковский сектор, остальные поступления – это инвестиции организаций с иностранным капиталом. Сейчас формируются инвестиционные портфели, которые будут включать предложения земельных участков и объектов недвижимости. Продолжится реализация 42 инвестиционных договоров на сумму, превышающую 6 миллиардов долларов. Из них 9 в 2017 году завершатся. Белорусский каскадер Денис Блохин сел на шпагат между двумя едущими БелАЗами. В исполнении трюка использовались карьерные самосвалы грузоподъемностью 160 и 180 тонн. Ролик стал одним из самых обсуждаемых в Байнете. По сути, это наш ответ Ван Дамму. 3 года назад актер принял участие в одной рекламной кампании и сел на шпагат между двумя грузовиками. Тогда, за 3 дня, видеоролик посмотрели около 17 миллионов человек.